Представители компании «Газпром Добыча Ямбург» наградили учеников 11-го «Газпром-класса» городской гимназии. Дипломы за высокую успеваемость получили 5 выпускников. Остальных поощрили за успешное завершение обучения. За время участия в проекте ребята посещали производственные объекты и всевозможные тренинги, знакомились с культурой безопасности и с профессиями газодобытчиков, участвовали в научно-практических конференциях и в конкурсах исследовательских проектов, играли в интеллектуальные Эйнштейн-пати и занимались командообразующим спортом. По словам классного руководителя, большинство выпускников планируют продолжить учиться в профильных вузах Тюмени, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Этот проект был очень интересен. За 2 года мы научились многому. У нас много было мероприятий. Мы взаимодействуем друг с другом, взаимодействуем с обществом «Газпром Добыча Ямбург». Мы растем, мы будущее страны. Мы себя ощущаем именно такими людьми.